Всем большой обывательский привет, уважаемые. Всем я вам желаю здравствовать. Прошлый выпуск у нас был контракт первый на Руфио. И мы затронули тему его заказа. И в данный момент мы находимся в имперском городе на Талос Плаза перед домом заказчика, дом Клаудиуса Аркадия, который в данный момент находится в имперской тюрьме и повторяет одну и ту же фразу, что я хотел всего лишь вместе и так далее и тому подобное. И предлагаю сейчас зайти в его дом и найти доказательства того, что он провел ритуал для вызова темного братства, и попытаться докопаться до... Опять же, если вспомнить, да, в прошлый раз Руфио не захотел со мной говорить, но, как всем нам известно, если с Руфио поговорить, он начинает оправдывать себя и свои действия, и свои поступки тем, что я не хотел этого. Я просил ее стоять смирно и спокойно. Она начала кричать, сопротивляться, оказывать сопротивление. У меня не было другого выбора. И типа, короче... Из этого можно составить заключение того, что он насильник, хотел какую-то девушку изнасиловать, и вследствие чего она начала сопротивляться, да, оказала ему сопротивление, и вследствие чего ему ничего не оставалось, как убить ее. И вот, короче, сейчас предлагаю вам, ну, вернее, нам сходить в дом к заказчику и своими глазами посмотреть, оценить обстановку, найти то, где проводился ритуал. Ну, насколько мне известно, там сейчас нас встретит стражник, поэтому я подготовил для него безголового зомби. Ну и так, давайте от слов к делу переходить. Я надеюсь, вы все живы и здоровы, что все у вас замечательно. Так, замок я уже открыл. Давайте потихонечку к нему наведаемся. Так, тут пока никого. Значит, вызывать я пока никого не буду. Засейвимся. Кстати, баг со слоумо я исправил благодаря совету уважаемого Теодора. Он мне посоветовал. Заходишь в, у кого, если подобная проблема будет, нужно зайти в моих документах в файл, найти файл ини и в нем исправить. Сейчас появится надпись. Там, ну, в общем, я сейчас не буду по памяти говорить, просто надписью здесь появится, что на что исправить. Я в монтажерке напишу текстом. Так. Ну, ингредиентов наберем. И после этого у меня баги как рукой сняло. Я за кадром перешел на 10 уровень, посетил меня Люсиен, ну и позвал в семью в Чейденхолле. Какие арбузы замечательные, прям как астраханские арбузы. Вина теней нет у вас тут? Так.
блин. Все на замках, короче, нафиг. До этого за кадром я походил, навестил пещеру Рок возле замка Гленвер. Хотя язык не поворачивается, мне почему-то хочется всегда называть его Гленвар. Так, где мой безголовый зомбак? А то мало ли, сейчас какой-нибудь стражник как выскочит. Оба-на! Вот мы видим то, что кровь, паслин, что тут еще, человеческое сердце, человеческая кожа, паслин, череп, кости, ножик. То есть все атрибуты для вызова члена темного братства. Теперь нам осталось найти дневник Клаудиуса и выяснить. Ну, в общем, тут, в принципе, и так все понятно. Из разговора, опять же, того же Руфио, да, мы понимаем, что тот не такой уж божий одуванчик. Так, кстати, надо все это собрать. Они нам пригодятся для ингредиентов. Для алхимии, вернее. То есть, да, то, что... Да я, допустим, когда первый раз играл, мне как-то жалко было его, допустим, да. Думаю, блин, деда какого-то дали, наверное, то есть как бы. А дед-то, оказывается, не так прост. Еще там Разота, оказывается. Так, осталось нам найти дневник. Дневник, скорее всего, будет на втором этаже. И на втором же этаже будет охранник. Что у нас там с местом? 243. В общем, короче, статы у нас вот такие. Оружейник 42, атлетика 39, клинки 33, что меня очень удручает, потому что клинки у меня вообще никак не качаются. Надо как-то их где-то у кого-то качать, уроки брать. Оружейник 42, 8 единиц до полтоса, чтобы нам можно было чинить доспехи, которые мы получим в темном братстве. Ну, восстановление потихонечку. Блокирование 55, неплохо, но опять же еще 20 единиц или сколько там. Ну да, 20 единиц еще до специалиста. Или до кого там, до эксперта. До эксперта, да. Химоза. Химоза один уровень остался до эксперта. Это очень хорошо. Стрельба с ракет. Ну и скрытность вот у нас достигла уровня специалиста. Красноречие вот надо было балаболить побольше. То есть как бы чтобы у нас... Блин, торговля вообще пипец. Даже ученического уровня не достигла. Так, где-то что у нас... Ну и вот такое у нас здоровье. Мана меня тоже очень как бы расстраивает. То, что 114 единиц всего. Ну, запас сил 228. Так что, исправив этот баг, то есть как бы будем продолжать изучать просторы, опасные просторы Обливиона с этими установленными модами. Будем пытаться Гленвар раскрывать. Так, ну и, наверное, яд, наверное, ему надо приготовить. Хотя, ладно, не будем торопиться. Так, сохраниться надо, наверное. Так что баги исчезли. Слава богу. Потому что моды очень интересные. Так, там, наверное, короче, дрыхнет стражник. Странно, никого я не наблюдаю. Новичка. Ну, так как мы в гильдии воров не состоим, я все это воровать пока не буду,
чтобы себя не отягощать. Кстати, вот неплохо было бы купить лачугу возле имперского города хотя бы. А где он тут мог спать? И где нам искать, короче, это? А, в столе должен быть, наверное, это какой вот дневник-то. Не, нету. Странно, странно. А вот и стражник, походу. А, вот здесь, короче, лежит. Имперский стражник. Падла! Стой! Нельзя нарушать. Да сейчас я, короче, нахрен, блядь. Тогда заплати своей кровью. Может, ты приляжешь и отдохнешь? Просто не умереть. Я чё, в стул попал? Козёл. Ладно, хорошо, я голову вызову тебе. То есть, смотрю, ты больно экипирован. Тебе стоило заплатить штраф. Да ты успокойся. Штраф мне надо было заплатить. Что тут у тебя прикольного-то есть? Щит. И А не, вообще-то ножик-то, в принципе, 28. Урон 5, серебряный длинный меч. А у меня какой ножик, короче? А у меня вообще никакого ножа нету. Кроме клинка горя. Эти квестовые, то есть надо взять этот ножик-то. Потому что клейморы, всякие топоры, которые 48 места занимают и наносят урон 2, меня просто-напросто смешат. Вы перегружены. Че, он дохера весит, что ли? Блин, теперь рассчитывать на него, что ли, придется. Перегружены. Я пирос сейчас съем, короче. Намного я перегружен-то. Блин, а чё же у меня так до хера всего-то? И откуда, кстати? У меня всего столько. Я что-то не продал, то есть как бы я вроде поторговал. Так. Идем читать дневник. Принцип трех отмычек. Вот он, короче, дневничок. Давайте, короче. Да блин. Присядем и почитаем. Запись первая. Я принял решение. Я отомщу. Чего бы это ни стоило. Я слышал о темном братстве, о том, что они приходят к тебе, если выполнить какой-то ритуал в честь Матери Ночи. Я не знаю, кто и что такое эта Мать Ночи, и мне наплевать. Если я смогу, то сделаю это. Я дам Темному Братству все, что им нужно, если только они сделают то, что не могу сделать я. Запись 2. Я выяснил, как проводить ритуал и собрал все необходимое. Кости и череп я достал относительно легко, но пришлось потрудиться, чтобы добыть сердце.
Я пойду в подвал и приготовлю все. Запись 3. Сработало. Вчера ночью ко мне пришел представитель темного братства. Мать ночи услышала мои молитвы. Деньги перешли из рук в руки, и тот человек обещал, что мое желание будет выполнено. Я не знаю, где он прячется, не знает этого и темное братство. Но, как только его найдет, Руфио умрет. Так, больше, короче, никаких страниц нету. И мы знаем, что теперь он, короче, за решеткой находится в тюрьме имперского города. Ну, я вот не знаю, кстати, наверное, вряд ли можно использовать этот дом как бесплатное жилье. Если тут назначен пост охраны, то, скорее всего, при следующем посещении тут также будет находиться стражник. Поэтому мое предположение, скорее всего, будет верным. Хотя можете попробовать, конечно. То, что как бесплатное жилье этот дом не подойдет. Но бесплатным жильем можно использовать корабль, когда мы получим квест на капитана. Ты по мою душу, что ли? Я уж обосрался, думал, ты за мной. Так что вот так вот, ребята. То есть, как бы, кому было интересно, поставьте, короче, лайк. Мне было интересно это узнать. Я, допустим, этого не знал. И вот мы вместе с вами узнали историю Руфио. Я пока что за побегаю тут, прокачаю кузнеца, оружейника. Наверное, короче, у кого там еще клинки качну. И после этого мы с вами махнем куда-нибудь по... нырнем в какую-нибудь пещерку. А может быть, по квесту пойдем, по какому-нибудь. Так что пока я повыполняю. Вернее, куплю уроки. А после мы с вами нырнем. Благо монтажерка это позволяет. Ну и раз уж мы затронули тему бесплатного жилья, так как на данный момент у нас еще не куплено никакого жилья, то я предлагаю выполнить квест от Темного Братства по устранению капитана Туссо, или как он там. Могила на воде. Мне нужно отправиться в портовый район имперского города и проникнуть на пиратский корабль Марии Елены, чтобы убить капитана Гастона Туссо. Судно стоит под погрузкой. Возможно, я смогу пробраться на борт в одном из ящиков. То есть вот это вот я предлагаю выполнить. И мы сможем его использовать в дальнейшем, пока не приобретем бесплатный, не приобретем какую-либо недвижимость или не выполним в Анвиле по квест по поместью с призраками, который впоследствии станет нашим жильем. То есть вот это вот пиратский корабль после выполнения квеста нам сможет служить бесплатным жильем. Поэтому я предлагаю выполнить данный квест, чтобы впоследствии использовать его пока что, ну, как времянку. О, нифига себе, там сборище этих, как у варюк. Мы знакомы? Ну что еще? А что, тебя представиться надо? О, сомневаюсь я. Неплохо. Он король. Все здесь, начнем. Каждый из вас хочет вступить в гильдию воров. Гильдия воров не миф. Мы последователи Серого Лиса, а я его двоян. Найдя меня, вы прошли первое испытание. Это необычно для нас, видеть сразу трех кандидатов. Поэтому вместо обычного испытания пригодности
Я сделаю из этого так вот, шли один квест выполнять. Это нечестно! Наткнулись на другой. Эдель, ты знаешь правила. Но для Музая и новичка я повторю их еще раз. Тот, кто принесет мне дневник Амантиуса Алектуса, не убив его, получит приглашение в Рим Эгидий. Ха, он будет у меня еще до восхода солнца. Амантиус где-то в имперском городе. Нищие помогут найти его за определенную плату. Я могу продать вам отмычки, если они вам понадобятся. Еще одно. Вы не можете поубивать друг друга во время этого испытания. Мы воры, а не убийцы. Ну что ж, продолжим. Возможно, он живет в эльфийских садах. А я за этой побегу. Все было не просто, а очень просто. Да, возможно, у тебя получится. Поздравляю, дневник у тебя. Ты заслуживаешь право вступить в гильдию воров. Да укроет тебя тень. Так, ну чё, отлично, отлично. Шли выполнять одно задание и вступили по пути в гильдию воров. Так, теперь идем обживаться бесплатным жильем. Пока. Привет. Как дела? Что интересного? Пару дней назад мне повстречался грязевой краб. Ну что ж, вперед! Труба зовет. Только вот, короче, вот мне не нравится то, что у меня места очень мало. Постоянно чем-то оно у меня забито. И забито все постоянно нужным чем-то. Ну и мы наконец-то стали мастерами алхимии. Теперь у нас замечательная трава получается. Мы тут еще и ингредиентов нахапаем, короче. Во как, одним молотком все починили. В скрытности мы специалисты, в алхимии мы то ли эксперты, то ли мастера. А можно глянуть, кстати, что там. Алхимия, эксперты. Мастер — это сотка когда? Скажу тебе, парень, это плохая примета. Женщина на борту пиратского... Да ладно. Эй, парень, хочешь меня обидеть? Возможно, она круче меня, но чтобы она была более опытным моряком, это невозможно. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Ну, вдвоем-то на одного, конечно. А с безголовым вы как справитесь? Умри, тысяча проклятий! Фига же, тухи-то у тебя до хера. Ah!
Ты не отравленный, что ли? Ну, с горем пополам справились. Я, конечно, понимаю, кто сейчас скажет фуфел. Но я никогда мечником не был. Махая ножиком, у нас даже, короче, так и не качнулись, короче. 25 занимает. Стальная абордажная сабля. Урон 4. А это у меня... 28, урон 5. Серебряная. Ну-ка. А целиком она не видно ее. А, в меню видно. Ну, круче намного. Да к тому же, если пятерочка. Так, что там у тебя? Голая жопа. Это вообще босоногий мальчишка какой-то. Абордажная сабля тоже. Это куда дверь? Тыблочки, хлебушек. Ну чё, я думаю, надо сохранить это все дело. Щиты ушли на этих утырков. Блин, надо мышку менять, короче, срочно. Походу она агонизирует у меня уже. Че, он спит, как всегда? ХЗ, что такое? То он храпит или корабль трещит?
Корабль трещит. Блин, раньше вино Сурелье, братьев Сурелье, 25 стоило. Так, надо тогда этот серебряный ножик-то назначить. Смазать. Хорошим каким-нибудь эликсиром. Ну-ка, мы покачаем, короче, воровство. О, отлично. Все забираем. Ну что, пора будить капитана. Похотливая аргонианская дева. Ничего, ни хера у него нет. Капитан? Капитан Туссо, сэр? Так, ну так как у меня щитов больше нету, то и выеживаться с ножиком мне не стоит. Надо, короче, на лук переходить. Эй, не слышу. Капитан, мы входим. Рано вы вошли, у меня безголовый еще не отхилился. Умри. Сейчас ты упадешь. Это все, что ты можешь? Фига у тебя жетухи. Чуваки! Блять, суки! Отлично, спасибо. Отлично, говорит, нахрен. Надо было сохраниться, дураку. После того, как мы капитана-то разбудили. Шестикратный урон. Сохраняемся. Капитан? Капитан Туссо, сэр? Надо подготовить встречу.
Мы слышали шум. Капитан, мы входим. Что-то же тух-то у них нахрен не убывает ни хрена. Не такие простые пираты-то нахер. Сколько яду на них нахер надо? Давай покончим с этим. Аккуратней нахер. То нахрен опять зажмурите меня. Что-то я походу не туда вышел. Блять. Ты совсем дебил, что ли? То же самое, короче. А где этот второй? Так. Там деваха еще осталась, это злостная. Злобная. А тут через балкон никак не уйти, да? А, вот эти два хера, короче. Стражник, давай, наведи порядок тут. Это видишь ты. Хера их, короче, сколько. Я тебя не боюсь. Прям театр, нахуй. На наших глазах. Просто не умереть. Что такое? Усталость? Покажи мне, что ты можешь. Да, он взял и этого еще, короче, стражника замочил. А тот так и плавает. Чувак, на тебе. Где ты там? Зомбак. Как-то так, короче. Бесплатное жилье заимели. Мне кажется, или тревожная музыка играет.
Так, ну вот, короче. Бесплатное жилье у нас есть на первые пора. На первые поры. Поры, пора. На первое время, короче. Так, сколько оружейник-то осталось до полтоса? Так, два уровня осталось. Надо будет усиленно чьё-нибудь, короче, экипировку чинить. Итак, пират ликвидирован. Превосходно. Первая гайка. Никто не будет скорбеть по нему, и Ситис остался доволен. Пожалуйста, прими в награду черную ленту. Это кольцо, сила которого может оказаться весьма полезной для тех, кто ценит осторожность. Я рад твоему возвращению. Мы должны инсценировать несчастный случай. Если... Как я и ожидал. Твоя цель Бен-Лин, лесной эльф. Ты найдешь его в его же доме в Бруме. На втором этаже есть потайная... Между 8 и 11 вечера Бен-Лин обычно... Если Бен-Лин будет устранен... Как два пальца. А, во, кстати, нюк-то. Ночь в обществе незнакомцев, секреты во тьме, Ноктюрнал здесь. Но мой глаз слеп, он украден из своего святилища и спрятан в темных водах. Красть у Бога верх неразумности. Двое аргниан в Леявине думают, что о них никто не знает, но глаз видел их. Найди этих воров в городе, построенном над водами. Узнай, где они прячут мой глаз. Найди глаз, Ноктюрнал смертный, и верни его мне. Тогда ты заслужишь мой благосклонный взгляд. Ну, насколько я помню, там, короче, какие-то тролли нахер на, блин, это какого, неубиваемые, мало того, не со, с отражением урона. И я не знаю, туда если идти, это, короче, хамелеонец, то есть, как бы, ну, бутылками нахрен под завязку. И везде, короче, это как он, как сказать-то, тишком, как крадучись, вытаскивать глаз. Я пока только вот такой вижу выход. Потому что тролли там будут гасить, это только в путь нахрен. Вообще вот 10 уровень, то есть как бы уже много чего специалиста нахрен, то есть как бы навыков. Но один хер ты просто-напросто, блин, просто абсос-абсос нахрен. Как был, так и остаешься. И это удручает. Потому что вот даже в форт пришли, вроде и призыв есть нахер. Что там за норка, интересно? А у меня один хер бутылок нет. По отхилу. А, там, наверное, это как ее? Как там она? Гробница Амелионов. Во. Так, не, порт нам не надо. Но что, если тролли съедят его? Тролли не любят воду.
тролли не умеют плавать. Глаз в полной безопасности в пещере «Приливная волна». Так что расслабься. Вопросы? Так, ну что ж. Я хз, откровенно говоря, как тут проходить. Уже начинаются всякие кусты, нахер мне тут преграждают путь к отступлению. Чего там с местом? 245 из 265. Мишу надо травить. Без палева. Блин, там этот гоблин пришел, короче. Блин. Я не знаю, я не помню, пумы там есть, нету? Там раньше пумы были. Которые тоже одной оплеухой нахер херачили. Кажется, там такое ощущение, там кто-то стоит. Ну где вы там, мишки? Троллишки? Жди теперь вас. А я сейчас хамелеон нахрен нажрусь и пойду. У меня его и нету нахер хамелеона. Вот так вот нажрался хамелеона. Миша там в текстурах увяз. Так, с Мишей он разобрался. Теперь тролля надо валить. Интересно, на него будет действовать паралич? Сейчас я только за угол, он мне навстречу. Где ты, хер мордатый? Там двое нахер.
щит меня не шибко спасет, это по-любому. Зябни. Контрол Кокрон Циркуль с собой носит две штуки. И этот тоже. Какие-то из инженерного бюро, короче. Собачка. Мне не нравится, что они сзади вечно нахер, блин. Вы вперед должны, блин, появляться. Так, ну вроде пока справляемся. Хрен с тобой. Не, на вас на всех бутылей хватит. Еще таким макаром можно безголового назначать, в принципе. Раньше он был 114, теперь 98 стал. Блин, я думал, сзади кто бежит. Хера у вас тут тусня была. Два волка нахрен, три тролля нахрен. Переночевать, что ли? Только кости валяются там и сям. Так, ладно, это ответвление зачистили. Еще один Михаил. Тупик. Ничего понтового, короче, что походу кроме глаза не будет. Куда-то плыть, что ли, надо? Это не туда за глазом-то плыть надо. Хрена лысого. Не туда.
Че, поплывет она ко мне, нет? Ну, хрен с ней. Плавает, короче. Так, по-моему, туда глаз, да, точно. А туда чего? Миска. Больше ни хера. Интересно, стоит туда к рыбе суваться? Там, небось, тоже рыба охраняет. Перчатки крысы. Обалдеть, взлом плюс 6, короче, то есть типа крысячьи эти перчатки. Так, ну чё, прикольно, хоть какие-то ништяки начались. Так, это дело мы сохраняем, короче. И идем узнавать там у рыбы-убийцы, что у нее есть. Херово стоит. Так, одну замочалили. Из чешуи саламандры. А, типа все, короче. Всю мы ее зачистили, значит, да? Ну и все, нахер на выход тогда. Идем к Ноктюрнал. Ну, я думал, будет хуже, конечно. Мой глаз возвращен, и я вновь вижу во тьме, в которой вы живете. Мы смеемся над этими ворами. Ha 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 ha
ибо их потеря горька. Ты, смертный, можешь взять это. Он откроет тебе секреты и тайны. Так, ну чё, на 10 уровне мы добыли скелетный ключ. Ну и я думаю, короче, на этом можно этот выпуск завершить. Он, в принципе, вышел довольно-таки продуктивным. Вас же хочу поблагодарить за просмотр, за то, что были со мной, за то, что изучали вместе со мной эти просторы Обливиона. Кому понравилось, влепите лайк. Кому не, ну, соответственно, другое, короче. Так что вам же хочу пожелать крепкого здоровья, берегите себя, ну, будьте счастливы. И до следующих выпусков, они обязательно будут. Баг мы починили. И увидимся в следующем выпуске на просторах Обливиона. Всем отличных игр на ваших пекарнях, консолях. И до встречи. Пока.